не броди по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Ну и что, что она робот? Люди ко мне добрые не были никогда. А она добрая. Смотрит так. Чистый поток энергии в глазах. И отзывчивая. Лучше любой местной бабы. Все, решено. Завтра сделаю предложение. Василич, ты заебал! Мы работаем. Будем или нет? Сука. Да, иду. Раз. Можешь отследить местонахождение Петрова? К сожалению, нет. Петров больше не выходит в эфир. Я отслежу его при следующем сеансе связи. Понятно. Значит, если он убегал, что-то как... Должен человек. Надевай на притр... Дай короткую справку о театре. Театр имени Майи Плисецкой основан на территории предприятия в 1948 году. Первым в мире начал использовать роботов в качестве актеров. Самый известный театр Советского Союза. Правда, попасть сюда удается далеко не каждому. Местечко-то для мажоров. Вы даже не представляете, насколько. До того, как театр был полностью роботизирован, по заказу членов партии сюда свозили самых лучших балерин СССР. Но после того, как актрис заменили машинами, место возымело такой успех, что теперь проще купить квартиру возле Кремля, чем попасть на выступление. Что-нибудь более полезное и менее противное скажешь? Как часть предприятия, театр, несомненно, является и научной площадкой. Творческая жила здесь совмещается как с коммерцией, так и с исследованиями поведения роботов и человеческой реакции на них. Боевых сведений нет. Откуда Петров так хорошо знает этот театр? Театр являлся одним из основных мест работы ректора Петрова, пока он не был объявлен преступником. Ностальгирующий кукловод, значит? Он настраивал и проверял театральных роботов, а также программировал и изучал взаимодействие изделий. В каком-то смысле нейросеть-коллектив зарождалась на сцене этого театра. Как этот ублюдок... Его порекомендовал... Даже так, понятно. Прошу меня извинить. Виктор Петров... Выберите желаемое действие. Товарищ майор, прошу на сцену. Пришел добить меня, пес. Иди, иди, я весь твой. Не будьте столь холодны ко мне. Подходите ближе. Как собака. Грызешь тех, кого приказали. Только сделай одолжение. Грызи меня без удовольствия. Что это? Он под напряжением. Это ловушка. Сволочь! Я все равно до тебя доберусь. Держитесь, товарищ майор. Пытаюсь подавить разряд. Тварь! Ползти будут, но достану, гада. Разряд подавлен. Как вы себя чувствуете, товарищ майор? Бывал и хуже. И гораздо. Не уйдет, братья.
нажми на мою кнопку для разговора со мной. Добро пожаловать в театр имени Лайи Плесецкой. Первый в мире роботизированный театр. Очень интересно, но нихуя не ясно. Потом. Знаешь, я очень зол на тебя. Пусть боль кричит от шепота тоски. Больное сердце рвется на куски. Сегодня клуб. Так что сегодня ты умрешь, майор! Разговор. Вы разлили. Вам не наливать.